Обсуждение реализации глобального для области проекта по внедрению концепции «Умный регион» не стоит на месте. Внедрение интеллектуальных цифровых технологий позволит упростить все привычные процессы нашей жизни при одновременном сокращении издержек. Приоритетные проекты «Умного региона» воплотятся в таких отраслях, как здравоохранение, образование, ЖКХ, транспорт и промышленность. На последнем совещании по развитию концепции говорили о внедрении так называемой «карты жителей региона». Сегодняшний день движение идет вперед, и мы видим, что люди, многие, можно сказать, все пользуются банковскими картами. И когда на банковской карте будет приложение и транспортное, там будет приложение и карта, может быть, школьника, или так называемая будет иметь место карта жителя. По замыслу, с помощью карты жителя региона можно будет записаться к врачу, получить электронный рецепт на лекарство или оформить льготы. Подобный проект уже успешно реализуется в соседнем Татарстане. Сейчас идут активные переговоры с разработчиками подобных программ. Своим опытом и наработками поделилась компания MasterCard. Карта жителя – универсальный инструмент, который дает доступ к различным услугам на территории города и региона, удобен как руководству региона, так и жителям. Интересным является, что инструмент используется в таких сферах, как здравоохранение, социальная защита, транспорт. То есть это карта, которая позволяет человеку получить ключ доступа ко всем сервисам. В ходе своего визита в детскую поликлинику на Орлова, где и прошло совещание, губернатор Сергей Морозов осмотрел интерактивную систему видеонаблюдения и электронную регистратуру. Обратили внимание и на состояние зданий, которые нуждаются в ремонте. Сейчас мы приняли решение о выделении по итогам первого квартала финансовых средств для проведения в течение этого года здесь серьезный ремонт для того, чтобы умное здравоохранение, которое здесь начинает внедряться, коррелировалось с той красотой, которая должна окружать и пациентов, и самих работников здравоохранения. Концепцию планируют утвердить уже до середины этого года. Дарья Сударева, Павел Макаров, новости Ульяновской правды.